Ну че, ребятки, всем хай, вы на канале Эйкзи. Наверняка многие из вас помнят то, как я проходил одну игру под названием New Super Mario Bros. Wii. Это была действительно хорошая игра, которая мне очень понравилась. Затем я также проходил модификацию, то есть New Super Mario Bros. Wii. И данная модификация была еще намного лучше. И да, как несложно догадаться по названию видоса, сегодня мы будем играть, либо же даже можно сказать проходить другую модификацию на эту же игру, то есть на New Super Mario Bros. Wii. Данная модификация от той же компании, она называется New Falling Leaf, что переводится как падающие листья. И, конечно же, данная модификация про осень. А сейчас на дворе у нас что? Правильно, осень. Так что эта модификация будет как раз таки в тему. Потому что, знаете, это чувство, когда, допустим, на дворе зима, и ты играешь какую-то игру, к примеру, Mafia 2. Это же просто офигеть какая атмосфера, и здесь то же самое. Заранее хочу сказать, что данную модификацию я не играл, не смотрел. Так что, конечно же, я не имею ни малейшего представления, что там будет нас ждать. Но, как я уже и говорил раньше, это очень хорошая компания, которая выпускает очень хорошие моды. Так что одно можно сказать уже наверняка, что это точно не будет плохим модом. И как здесь у нас пишет в описании модификации, что это у нас осенняя игра, которую сделали New Team, ну то есть, эта компания. И данный мод был реализован в декабре 2014-го. Данная модификация включает в себе 8 новых уровней с абсолютно различной тематикой, так что звучит уже неплохо. Также еще хочу сказать, что я не смотрел никакие видео, никакие трейлеры, то есть я вообще не имею ни малейшего понятия. Данный мод я решил поиграть только по двум причинам. Первая причина — это то, что сейчас на дворе осень, и вторая причина — так это то, что я просто заскучился за этой игрой. Ну что, ребята, присаживайтесь поудобнее, вы на канале Эйкзи, и мы начинаем. Ну чё, ребятки, сейчас мы будем начинать проходить данную модификацию, так что давайте нажмем кнопочку, получается, это у меня кнопочка Z, нажимаем, и здесь у нас уже присутствует вот эта вот менюшка, то есть модификация, и сейчас заиграет фирменная музыка. Да, вот она заиграла, и вот, собственно говоря, и данная модификация. То есть данную модификацию сделала компания под названием New Team в 2014 году, и честно, я просто без понятия, что нас будет ждать, мне уже не терпится посмотреть, потому что чувствую я, что нас будет ждать что-то хорошее. Так что нажимаем старт, и сейчас будем смотреть, что у нас будет сейчас. Так, получается, выберите файл, то есть здесь нам нужно выбрать тот файл, на котором мы будем, собственно говоря, и проходить. Давайте я, к примеру, выберу первый файл. Вот, первый файл мы выбираем. Так, и, конечно же, мы будем играть одни, так что мы выбираем одного игрока, само собой. И все. И сейчас что-то будет, что-то дальше. Так, черный экран, это, как я понимаю, даже не знаю что, здесь ничего нету, то есть нет никакого... А вот, типа как перед тем, как они вернулись после своего путешествия, Марио и кто это вообще такой, это какое-то, не знаю кто, я даже не успел прочитать, и меня просто выгнали, ну окей, ладно. Здесь и так сюжета как бы такового нету, то есть здесь сам кайф заключается в том, что ты наслаждаешься уровнями, ты просто проходишь и наслаждаешься. И сразу же мы зареспаунились вот на этой вот карте. Здесь, кстати, измененная карта, окей. Так, давайте, получается, сюда мы пойти не можем, правильно? Да, сюда мы пойти не можем. Давайте пойдем вверх, посмотрим, это у нас магазин. Окей, с этим я уже ознакомлен. Магазин, кстати, называется Outcast Galleria. Окей, интересно, конечно, давайте зайдем, посмотрим, что здесь. Ну, здесь можно купить различные поварапы, то есть, допустим, вот такие вот разные грибочки и тому подобное. Но, конечно же, пока что мы это сделать не можем, потому что у нас попросту нету ничего. То есть, как видите, здесь они покупаются за монетки, но, само собой, этих монеток у меня пока что еще нету. Так что из магазина мы пока что, пожалуй, выйдем. Музыка, конечно же, вот музыка — это то, что мне нравится очень сильно вообще в этой игре. Даже не только в этой игре, вот в серии игр Марио мне очень нравится музыкальное сопровождение, потому что оно, ну оно просто шикарное. К нему очень легко и быстро привыкаешь. И оно, знаете, как такая вот классика, которая никогда не устареет. Наперед, на всякий случай, хочу сказать, что я не играл в эту игру, наверное, больше полугода, и полностью
забыл управление, я вообще не знаю, как здесь буду сейчас играть и проходить это все. Так что отчасти мне даже страшно. Потому что я припоминаю, какое здесь управление, какая здесь физика, какое здесь вообще это все, и здесь будет не так все просто и легко. Окей, давайте пойдем сюда, и как видите, да, здесь у нас прям такая, знаете, осенняя локация. То есть вот эти вот деревья, которые двигаются, ну то есть осенний биом, если можно еще так назвать. Ну и что, ребята, первый уровень, поехали. Ну что, ребятки, готовы смотреть? Поехали, поехали смотреть, что сейчас нас здесь будет ждать. И первый уровень на первом мире, как видите, вот такая вот превьюшечка, и заиграла. Вот, вот та музыка, которая мне нравится очень сильно, заиграла вот эта вот осенняя музыка, то есть она очень красивая, очень, ну просто слушайте, это, ну это шедевр, это просто шедевр. Окей, локация, конечно же, очень крутая, вот действительно, прям, знаете, чувствуется вот эта вот осенняя атмосфера. Так, давайте, получается, от управления я полностью отвык, полностью прям очень сложно управлять, получается, меня очень сильно заносит, здесь первая монеточка, окей, это, конечно, круто, блин, какая же красивая локация, вот как же все красивенько, стоп, как здесь заспавнилась черепаха, я же ее только что убил, разве что нет, каким-то чудом здесь заспавнилась опять-таки черепаха, но давайте ее просто пустим вот сюда вот, и побежали смотреть на эти красоты, как же круто, как же это все круто выглядит, я прям, знаете, вспоминаю те времена, когда я проходил New Super Mario Bros, и, ну, это было круто. Я вот просто вспоминаю эти времена, это очень офигенно, очень... О, стоп, что? Там была спрятана монетка, окей. Каким-то чудом я ее собрал, то есть мне просто повезло, и она была спрятана, получается, вот здесь, вот за этим вот... Ой, вот это, кстати, было только что очень опасно. Но окей, будем продвигаться дальше, прыгаем сюда, то есть две монеточки мы уже поймали. Как всегда, мы никуда спешить не будем, мы будем потихонечку проходить и пытаться поймать все три монеточки. Так, здесь что-то будет? Нет, здесь ничего. Абсолютно нету. В таком случае будем двигаться потихонечку дальше. Все, давайте залезем в трубу. Какой же саундтрек, какой же саундтрек здесь просто шикарный, он шикарный. Вот здесь никак просто не придраться к саундтреку, потому что она здесь, ну вот данная музыка, которая играет на заднем фоне, это просто шедевр. Окей, давайте запрыгнем на эту гусеницу и попробуем. Так, здесь что-то будет. Здесь, о, цветочек, кстати, это очень-очень полезно, так что давайте попытаемся его поймать. И вот, все, это хорошо. Давайте еще запрыгнем сюда. Здесь что-то будет или нет? Нет, здесь все-таки ничего нету. Так, мне интересно, а я смогу убить вот эту вот гусеницу? Понял, нет, не получится все-таки. В таком случае будем двигаться дальше. И давайте вот так вот скатимся, осторожно. Давайте будем их все-таки как-то более безопасно убивать, чтобы нас не коцнули, потому что здесь как бы не так все легко, как кажется. И сейчас нам нужно как-то вот это вот все вот перепрыгнуть. Кстати, здесь уже начинаются какие-то трудности, потому что как я должен это сделать? Я давно не играл и, ну честно, я полностью отвык от этой игры. Понимаете, здесь нужно хотя бы немножечко чувствовать управление, но я же его вообще не чувствую, я вообще полностью отвык от этой игры и чувствую я, что это будет очень сложно. Первое время это будет безумно сложно, и что я здесь должен делать, как я должен убить? Осторожно, вот это было только что очень опасно. У меня есть вариант, да, можно... Нет, это очень опасно. Окей, я вас понял, это слишком опасно. А я не знаю, а как это пройти? Окей, можно все-таки сделать вот так вот, да? Окей, это было нормально. Это было неплохо, только здесь нужно еще как-то отпрыгнуть, получается, вот так вот. Окей, пока что вроде как... Стоп, что? Это куда? Стоп, это куда? Это что? Это третья монетка там была, прикинь, я просто решил проверить и... Это получается труба, которая меня отправила на третью монеточку. Вот это, кстати, только что было очень опасно. Вы это видели? То есть я только что буквально чуть не упал в эту дырочку, которая, казалось бы, очень маленькая, но это Марио. Это означает то, что здесь можно умереть почти от любого. Но меня уже радует то, что мы собрали три монетки. Это, конечно же, это очень круто. Здесь, конечно, можно попытаться собрать все вот эти красненькие монетки, но сомневаюсь, что у меня это уже получится, потому что как бы здесь на время, и походу я все-таки уже не успел. Да, я уже, походу, не успел, и уже можно на это просто забить. Так, мне интересно, а если я сделаю вот так вот, я смогу убить эту гусеницу? Допустим, вот я пускаю черепашку, и да, все-таки гусеницу маленькую можно убить с помощью черепашки. Вот так вот осторожненько это все проходим, никуда не торопимся. Стоп, а каким чудом я должен сюда запрыгнуть? Скорее всего, да, вот так вот можно запрыгнуть. Окей, в таком случае этих мы убиваем. И здесь можно очень красиво закончить уровень. То есть, смотрите, мы, получается, съезжаем вот так вот, и прыжочек, и очень красиво.
красиво закончили уровень. Блин, пока что мне все очень нравится, потому что, знаете, есть такая ностальгия, потому что я полностью проходил уже эту игру, проходил одну модификацию, проходил оригинальную игру, и сейчас уже прохожу еще другую модификацию. Это очень круто. Прям, знаете, такая вот ностальгия на меня наплынула. Очень круто, честно, пока что мне все безумно нравится. Теперь у нас есть вариант, куда можно пойти. Либо же пойти вниз, вот сюда вот, либо же пойти наверх. И это, кстати, хороший вопрос. То есть, два уровня, которые... А вот, это получается второй уровень на первой локации. А здесь у нас уже третий. Ну тогда давайте будем идти по порядку. Давайте сначала пойдем на второй уровень. Это будет более правильно. Кстати, вы видите, там далеко горит лес. Ну точнее не лес, а деревья горят почему-то. Значит, там нас будет ждать очень-очень и очень интересный уровень. Тем не менее, давайте пойдем на второй уровень и посмотрим, что здесь нас будет ждать. И мне уже это не нравится. Что это такое? Что это за превью такое? Но будем смотреть. Так, давайте... Ой-ой-ой-ой-ой. А вот этих я, конечно же, пацанов знаю. С такими мы уже сталкивались. А их можно как-то вообще убить или нет? Мне вот интересно. Допустим, если я буду... А, ну это вообще невозможно, да? То есть лучше просто взять и сделать вот так вот. Только вот, видите, меня оглушают на некоторое время. Так что здесь будет не так все легко и просто. Здесь еще и времени мало, так что здесь нужно, можно сказать, как спидранить. Так, все, можно отсюда выпрыгнуть. И давайте постараемся так, чтобы меня не оглушало больше. Так, 200 секунд, слушайте, меня что-то это вообще не радует. Почему так мало времени? Почему настолько мало времени? Так, давайте пойдем... Да хватит меня оглушать, пожалуйста. Давайте попробуем... Нет, здесь ничего нету, в таком случае все, идем в трубу. Времени очень мало, честно, очень, даже слишком мало. Так, здесь какие-то уже... Что это такое? Что это? Как это вообще проходить? Вы уверены, что это можно пройти, допустим? Допустим, окей, окей, здесь монетка была. Это, конечно, круто, но теперь нужно еще назад вернуться. То есть вот, делаем вот так вот, и все-таки получилось довольно-таки неплохо. Нас оглушили, но это все-таки уже неплохо. То есть первая монеточка у нас уже присутствует. Это, конечно же, круто, но... Но все равно очень мало времени у нас, и нас еще и затормаживают. Короче, это будет сложно, ребят, это будет явно сложно. Так что здесь нужно постараться немножечко. Делаем, берем вот так вот, и красивенько это все потихонечку будем проходить. Главное, никуда не спешить, и все будет хорошо. Так, этих мы тоже можем заморозить, так что это тоже радует. Осторожно, это еще что такое? Это что такое? Это какая-то платформа. Ладно, давайте пока что постараемся сильно не спешить. Хотя нужно спешить, потому что времени мало. Так, допустим, давайте я пойду вот сюда, вот здесь тоже цветочек. Окей, это понятно. Меня вот вообще, честно, меня очень не радует то, что слишком мало времени. Очень-очень-очень мало времени дают, и... Но это плохо, что могу сказать. Здесь даже монетку... Ой-ой-ой, все. Я понял, как здесь нужно собрать монеточку. И это... Нет, это все, это капец. Нет, как бы окей, суть я понял. То есть нам нужно сделать... Да-да-да, что-то типа этого. И у меня это только что получилось. Каким-то чудом, но у меня это получилось. Так, здесь у нас ничего. Идем в таком случае сюда. Так, где монеточка? Скажите мне, пожалуйста, где монеточка? Вот она, все, хорошо. Вторая монеточка у нас есть. У нас прям, знаете, так сказать, идет время. Идет, оно тикает и тикает. Так что нужно еще поспешить. А вот это, кстати, плохо. Это мне уже не нравится. Это очень плохо, мне кажется, что это сыграет очень плохую шутку со мной. И каким чудом я должен туда допрыгнуть? Каким чудом? Стоп, может вот так вот. А, получилось, все хорошо, получилось, получилось. Остается 50 секунд, и теперь нужно просто взять и упасть вот сюда вот. Все, окей, три монетки мы собрали. Это очень хорошо. И это все? Это конец, скорее всего, да? Правильно я понимаю? То есть это уже конец. Где-то здесь, да, это конь... Ой-ой-ой, это, кстати, это было только что очень опасно. Остается буквально 30 секунд, мы просто берем, прыгаем и красивенько заканчиваем этот уровень. Нам еще дали одну жизнь, и в итоге все просто шикарно. Ну, слушайте, это уже был, знаете, как посложнее уровень, намного посложнее, потому что здесь было ограничение во времени, здесь было довольно-таки мало времени, и нужно было спидранить, чтобы еще и поймать все монетки, но это было реально довольно-таки сложно. Но, к счастью, я умер всего лишь один раз, так что все-таки еще не все настолько плохо. Ладно, теперь давайте пойдем вот сюда вот. Получается, это у нас третий уровень. Уровень называется по типу как кристальные пещеры. Погнали смотреть, что
здесь нас будет ждать, и красиво, слушайте, уже могу сказать, что красиво. Так, 500 секунд, это радует, то есть здесь не будет такого большого ограничения по времени. И давайте посмотрим. Так, сначала пойдем сюда, здесь точно ничего нету, да? Прям ничего, да? Окей, понял. Все-таки ничего, в таком случае мы скатываемся вниз и, само собой, попадаем куда? Правильно, в пещеры. Очень красиво, кстати, вот этот вот туман, вот это вот все, вот это, конечно, неплохо, неплохо это все выглядит. Так, окей, то есть здесь будут такие вот блоки поставляться. Давайте постараемся осторожно, очень осторожно. Нужно попытаться вот сюда вот запрыгнуть, все просто шикарно. Мы собрали первую монеточку, и можно потихонечку двигаться дальше. Так, я буду проверять все нычки, потому что мы никуда не торопимся, и нам нужно, конечно же, собрать все монетки. Все-таки, если задуматься, да, эту игру сделали фанаты сделали вот такую вот красивую игру, то есть здесь все очень красиво выглядит, и, блин, ну даже не верится, что фанаты сделали лучше, чем оригинальные разработчики этой игры. Это не то чтобы похвально, это достойно уважения. Так, а как собрать вот эту вот монетку? Меня вот это больше всего интересует, но окей, скорее всего мы это еще увидим. Так, здесь у нас ничегошечки нету. Будем потихонечку это все ломать и пробовать, кстати, зайти в эту трубу, допустим. Так, здесь ничего нету, окей, это я понял. Здесь у нас ничего нету, только я реально не могу никак понять, как же, ой-ой-ой, так что даже немножечко пролагало, но это нормально. То есть в трубу мы не можем зайти. В таком случае у меня вопрос, что же делать? Что же, как мне попасть, как мне собрать вот эту вот монетку, которая была здесь? Вот видите, она у нас присутствует здесь, и я вообще не могу понять, как мне ее собрать, каким чудом, каким образом. Конечно же, предположение у меня есть. Можно сделать что-то по типу, а, я все равно не допрыгиваю, окей. То есть, допустим, бросить вот сюда вот и попробовать запрыгнуть как-то, каким-то чудом, но я не знаю, получится ли это у меня. Походу не получится, это плохо, кстати, плохо, потому что... Нет, не получится. Окей, все-таки я пока что без понятия, как собрать данную монетку, так что увидим попозже. А сейчас будем наслаждаться, конечно же, этим уровнем, потому что он прекрасный. Так, как будто здесь что-то наверху есть или нет, видите, как будто что-то наверху здесь присутствует. Но, скорее всего, мне просто кажется, окей, скорее всего, там просто ничего нету. Но в таком случае будем двигаться потихонечку дальше. Вот какой же красивый уровень, вот эти вот кристаллы, вот это все вот. Вот посмотрите даже на эти блоки, которые вот так вот, видите, расположены. Это нестандартное расположение блоков, такого я еще в этой игре не видел, скажу вам честно. Конечно же, здесь вот эти вот пропасти, куда же без них, черепашки, допустим, давайте мы ее запульнем вот сюда, вот не знаю даже зачем. И здесь вот эти вот опять-таки кристальчики. Очень жаль, что мы пропустили вторую монеточку, я даже не знаю, где мы могли ее пропустить. Это интересный, конечно же, вопрос, но где-то все-таки умудрились ее пропустить. Так, а в трубу, кстати, залететь я не могу, но скорее всего, ладно, пока что давайте я пробовать не буду. Пока что я хочу просто пройти уровень, посмотреть, насладиться, а уже затем будем думать, где находятся эти все монетки. Так, очень хороший вопрос, мне нужно заходить в эту трубу или нет? Вот это, кстати, или... Стоп, а здесь что присутствует? Здесь... что? А как, каким чудом мне сюда нужно пройти? Секундочку, я должен это узнать. Допустим, а, вот, здесь секретная кнопочка. То есть вот, мы нажали, и здесь у нас открылся какой-то секретный вход или выход. Честно говоря, без понятия. Но, допустим, давайте зайдем. Зайдем, посмотрим, что это такое. И мы, получается, это где мы вообще? Это куда нам идти? А вот, какие-то блоки здесь. Опять-таки, появились кристальные. И здесь... Я понял, все, я все-таки понял, то есть это как вторая концовка, или даже не вторая, а как секретная концовка. Кто не понимает, объясняю, что в этой игре есть по типу как секретные концовки. Допустим, вот мы прошли, и уровень у нас подсвечивается не синеньким, а вот таким вот фиолетовым цветом. Это означает то, что нам нужно еще раз сыграть данный уровень и открыть другую концовку. И если мы это сделаем, то у нас откроется другой путь. Так что давайте еще разочек сейчас мы сыграем и пройдем данный уровень, потому что нам еще нужно сыграть и собрать две монетки, и тем более нужно еще пройти на вторую концовку. Так что погнали, это будет быстренько, все просто погнали. И сейчас будет спидранчик, потому что здесь нам уже не нужно разрушать вот эти вот блоки. Так что сейчас у нас начинается спидран, потому что верхнюю монетку мы уже можем не трогать, просто брать и лететь. Оп, стоп, что здесь была секретка? А здесь была секретка, у меня это буквально чудом получилось собрать. Вот, кстати, вот, окей, вот единственный минус, который мне все-таки не нравится в этих модификациях, так это то, что здесь очень сложные секретки. Но вот к
этому вообще невозможно додуматься, понимаете? У меня это только что буквально случайно получилось. Буквально случайно. Ну это же очень сложно, как к этому вообще можно додуматься? Ну окей, здесь нужно просто собрать монеточки, так что, ну давайте просто по приколу пособираем. Вот все-таки секретки здесь должны были сделать немножечко попроще, потому что, ну вот очень сложно. Я не знаю, как можно додуматься к таким секреткам, чтобы собрать монетку, но это же безумно сложно. Так, мы здесь, получается, вылезли, да, здесь мы уже с вами присутствовали, это, конечно, круто. Но куда идти дальше? Все-таки, как я предполагаю, нам нужно идти вот сюда, сюда. Окей, но где я пропустил третью монетку? Вот это тоже очень хороший вопрос. Допустим, сейчас мы спидраним. Пока что я нигде не вижу никакой монетки. Вот сейчас у нас идет буквально просто спидран. И где я мог пропустить монетку? Где здесь вообще возможно пропустить ее? Не понимаю. Возможно, где-то здесь, но где? Без понятия, куда я падаю. А вот, получается... Да, получается, что здесь была. Окей. Я опять-таки ее не заметил, потому что я пропрыгал поверху, и просто здесь я эту трубу даже не заметил. Так что, скорее всего, это оно. Давайте посмотрим. И да, это оно, окей. Давайте сейчас мы разрушим... Стоп, как эту монетку собрать? А, окей, понял. Нажимаем на этот переключатель, и все. Монеточка у нас собрана. Еще вот такие вот маленькие монеточки нам дали. Это, конечно же, круто. За это спасибо. Все, и погнали дальше. То есть, уже три монетки мы с вами собрали, и остается буквально последнее, так это закончить. Стоп, а что закончить? Мы же... Стоп, что? Мы отсюда вылезли? Окей, 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 стоп, секунду. Мы отсюда вылезли, правильно я понимаю? А где в таком случае вторая концовка? Что? Вот здесь уже очень интересный вопрос. Вот здесь я уже не очень сильно понимаю, потому что мы же здесь уже были. Мы здесь уже были, я думал, что это и будет секретная концовка, но... Мы здесь уже были, это все то же самое. Окей, все-таки... Все-таки здесь что-то неладное. Что-то я все-таки упустил. Что-то очень важное. Но как же, где же она может быть? Я вот не понимаю, где. Блин, это очень интересный вопрос. Очень интересный. Короче, давайте сейчас сделаем вот так вот. Сейчас я пойду еще раз сыграть данный уровень и включусь уже тогда, когда что-то замечу. Окей, у меня есть только одно предположение. Смотрите, если мы идем сюда, вот видите, здесь такое чувство, как будто можно еще выше куда-то запрыгнуть. Это, я не знаю, как это объяснить, но как будто сюда можно запрыгнуть. Вот, даже... Стоп, что? Это... секундочку. Вот, видите, даже здесь подсказка, что здесь вот эти вот блоки присутствуют. Это означает, что здесь что-то есть, что-то все-таки наверху должно быть. Так что у меня такой вот, ну такая есть идея. Смотрите, мы берем вот это вот, то есть вот эту вот прыгучку, берем, идем с ней вот сюда вот, получается, бросаем ее, нет, не сюда. Нам нужно ее бросить, да нет же, не сюда. Окей, давайте сделаем немножечко попроще. Вот, бросаем ее, стоп, секунду, что? А мы можем, допустим, бросить, окей, да, получилось. Вот, и прыгаем сюда, и нет, серьезно, нет, я думал, что... Что? В таком случае я даже не знаю, потому что я думал, что здесь будет секретка. Я даже не знаю, окей, давайте возьмем и пойдем дальше, вот чисто ради интереса, а вот здесь вот выше присутствует, допустим, вот мы пойдем вот сюда вот, и здесь, да-да-да, вот здесь вот, допустим, давайте бросим еще вот сюда, и допустим, подпрыгиваем, и это куда, да-да-да, вот, это то, что нам нужно, вот даже музыка заиграла, это, конечно, шикарно. Это то, что нам и нужно было. Здесь у нас уже пошел какой-то пляж. Какая же музыка? Какое же вообще музыкальное сопровождение? Вот какое же оно классное. Давайте возьмем немножечко разбег и все. И просто шикарно закончили данный уровень. Конечно, я не знаю, что это за концовка, куда мы сейчас откроем путь и что сейчас будет. Давайте сейчас посмотрим. Это, конечно же, интересно. И куда мы открыли путь? А мы открыли путь вообще куда-то непонятно куда. В какой-то домик с привидениями или что-то по типу этого. Но радует уже то, что мы, собственно говоря, полностью прошли данный уровень. Мы собрали три монетки и открыли две концовки. Пока что мне безумно все нравится. Потому что присутствует атмосфера осени, это во-первых. Во-вторых, это просто офигеннейший дизайн уровней. За это же... конечно же, респект данной компании, то есть респект разработчикам. И в-третьих, это, конечно же, музыкальное сопровождение, потому что оно здесь просто шикарное. Вот всегда, всегда мне нравилось музыкальное сопровождение в Марио, в абсолютно всех версиях. Оно просто, ну вот, по типу как залипающее, что ты можешь слушать просто часами. Вот за это вот реально респект, что музыкальное сопровождение такое офигенное. Ну что, на этом моменте мы будем с вами заканчивать. И в следующем видосике, конечно же, будем продолжать проходить. Модификация небольшая, то есть это буквально
буквально на 2 видео. Я уверен, что в следующем видео мы уже, собственно говоря, закончим данную модификацию. Потому что, как говорилось в описании, что здесь присутствует всего лишь 8 уровней. Но тем не менее, модификация очень офигенная. Ну что, ребятки, на этом видосик будет подходить к концу. Если данный видосик вам понравился, пожалуйста, поддержите данное видео лайком, мне будет безумно приятно. Ну и, в принципе, ребятки, на этом все. Так что всем огромнейшее спасибо за просмотр, вы были на канале Эйкзи, до скорых встреч, всем удачки и всем пока-пока!